Здравствуйте, товарищи! Не ждали дедушку? Разрешите мне от лица и по поручению районного комитета партии города Петрограда поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, как у меня, вечно живой, творческих и буржуазных успехов. И подарки вам, товарищи! Ура! Дедушка, а у меня для вас тоже есть подарок. Красненький. Почитаем. Спасибо, товарищ. Спасибо. Февраль 17-го был горяч. Но ты не плачь. Аристократы и буржуи свергли царя. Только зря, вот для них точно зря. Новом правительстве никто не знал, не понимал, как управлять страной, когда повсюду развал. В том, что агент немецкий шпион. И думали, он мертвый в политике, но слив был не засчитан, ведь Ленин жив. А Ленин жив, он как живой, ведь он рожден под яркой красной звездой. А Ленин жив, он как живой. С ним большевики установили власть жесткой и твердой руки. Годы борьбы нелегки. Им удалось очень многого достичь, и ключевую роль сыграл в этом мудрый Ильич. Его похоронить, чтобы не порвать крепкую нить. Его нам сохранили в мавзолее, положив. Ведь всем известно, Ленин жив. А Ленин жив, он как живой, ведь он рожден под яркой красной звездой. А Ленин жив, он как живой. С ним. Быть может, зря его храним, но силу не убьете, в могилу положив. Ведь всем известно, Ленин жив. А Ленин жив, он как живой, ведь он рожден под яркой красной звездой. А Ленин жив, он как живой. Ленин жив, он как живой, ведь он рожден под яркой красной звездой. А Ленин жив, он как живой. А Ленин жив, он как живой.
Друзья мои, на самом деле в следующем году вас ждет масса сюрпризов, как от каждого из нас, так и от нас вместе. Ну, во-первых, вот эта вещь, кстати, вот даже Егор Николаевич оценил. Хорошая. Хорошая. Есть на сайте, можете приобрести. И у Егора Николаевича тоже будет масса планов и музыкальных, и исторических, и видео, и прочих. Но и аудио. И аудио, да. Но самое главное вас ждет, я надеюсь, сюрприз, когда мы дуэтом окажемся уже далеко за пределами Санкт-Петербурга и даже Москвы. Поэтому следите за анонсами. Возможно, в кое-каких городах, в которых вы нас до этого не ждали, мы окажемся не только с песнями-танцами, но и, конечно же, с нашими историческими студиями. И, конечно, мы приглашаем вас на 8-й фестиваль «Цифровая история», который на этот раз пройдет в онлайн-формате по понятным причинам 27-28 февраля 2021 года. Вся информация есть вот там внизу, под этим видео. Ссылки, кликайте, наслаждайтесь. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии, вопросы, проклятие в мой адрес и все остальное. Увидимся. До встречи.